5 декабря в Большом концертном зале «Уник» состоялось открытие конкурса на знание иностранных языков полиглот среди студентов неязыковых специальностей. Университет, он должен давать и раскрывать возможности для студентов, и раскрывать в разных направлениях. И много лет назад, это более 10 лет назад, вместе еще тогда с Институтом языка, у нас родилась идея посмотреть, насколько студенты владеют знанием языка. Поэтому мы пришли к тому, чтобы организовать конкурс, в рамках которого студенты могли посоревноваться в знании языка. Принять участие в конкурсе приехали ребята из разных городов нашей необъятной страны. Церемония открытия была богата на приветственные речи. Знание языков – это вещь сегодня очень необходимая и нужная. Без этого сегодня, наверное, нельзя представить современного, образованного, культурного профессионала. И в этом смысле этот конкурс, он, конечно, действительно имеет большое значение, что прививает студентам тягу к языкам. К слову, конкурс пройдет в 2 этапа. Первый тур письменный будет включать в себя аудирование, лексико-грамматическое тестирование, понимание письменного текста на иностранном языке. Участие во втором туре пройдет по отдельным номинациям. Так, в номинации «Полиглот» будет оцениваться устное высказывание на 2 иностранных языках. В номинации «Переводчик» студенту предложат перевести текст с русского языка. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.